Сегодня в Москве представят единую информационную систему «Добровольцы России». Она поможет равномерно распределять помощь волонтеров для того, чтобы оказать помощь как можно большему количеству людей. Презентация состоится на Всероссийском форуме добровольцев, который открывается в столице. Участие в нем, как ожидается, примут около 15 тысяч человек. Тем временем в Сколково сегодня завершится финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов чемпионату мира по футболу 2018 года. Свои заявки прислали 1500 волонтеров. В финал пробились 27 проектов. Темы самые разные, например, о том, как сделать российские города более комфортными для жителей, прививать любовь к спорту и развивать волонтерское движение по всей стране. Мы будем проводить футбольные уроки в детских домах, мы будем проводить мастер-классы, мы будем приглашать известных звезд российского футбола. Также мы будем проводить соревнования между командами воспитанников детских домов и средних школ. А также создадим детский фан-клуб, чтобы уже с возраста они могли вырасти в хороших болельщиков, принимать участие и болеть за наших футболистов на футбольных полях страны и за рубежом.